Плюс дети читают стихи. Валеева Ирина, 10 лет, город Казань, гимназия номер 36. Сергей Михалков, «Елочка». В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, зеленая, полутораметровая. Произошло событие. В один из зимних дней лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером пришла в себя она. Какое чувство странное! Исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкают украшения. Какой нарядный вид! При этом, без сомнения, она в лесу стоит, несрубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас? Кто разодел ее? Сынишка лесника.